Штуку крутую, да, мы сегодня снимаем. Что это? Доставай вот так вот. Дорога. Тоже. Это крутой дорога. Коврик дорога, да? С трактором. Да, это как развивающий коврик, только для деток уже повзрослели. Здесь у нас находится дорога. Также у нас свернутая, также у нас здесь подарок одна игрушка. Это для тебя? Это? Погрузчик. А это для тебя? Так, давай я вот это вот отсоединю. А дорога покажу. Есть. А тут погрузчик. Больше нету? А, вот еще, подожди, резиночка. Погрузчик. Я пока погрузчик. Есть, да? Что это, фронтальный погрузчик? И еще двигатель. А, давай покажем. Давай. У нас... сейчас я его... Вот такой вот фронтальный погрузчик. Да. Что? А, ну правильно. Вот, и Лёша уже тут открывает, да, дорогу? Вот. Так, подожди, у нас же две стороны. Вот у нас строительная часть. Это строительная. Строительная часть. Подожди, ну ты ж положи ровненько, что ты его дергаешь? Вот, вот такая вот. Это бойка, или что это? Вот так мы сделаем. Вот у нас такая дорога строительная. У нас есть вот, тут есть дорога. Вот у нас есть одна спецтехника. Давай рядышком, кстати, у нас еще есть спецтехники. Так, что у нас есть? У нас есть еще один фронтальный погрузчик. Его два. Да, у нас есть... Бульдозер. У нас есть еще один маленький бульдозер. Подожди, подожди. У нас есть экскаватор. Это и еще один маленький бульдозер. Вот сколько у нас всей техники есть. А что это? Что сторонку? Почему сторонку? Ты ж не балуйся, Леш. Вот такая у нас техника есть. И она может ездить по этой дороге, да? Вот так. Давай расскажем, что у нас тут есть. Так, ну что, вот так вот я поставили камеру. Лёши не видно, но зато видно вся, давай, вся огромная дорога. Так, ну давай смотреть, что тут у нас находится. Тут есть такая чешка. Это у нас какая-то пещера, там добывают, наверное, алмазы какие-то, да? Здесь у нас бочек. Строительный кран. Здесь у нас автосервис. Где кран? Вот, вот кран строительный. Кран? Вот здесь вот. И бульдозер. Да, да, да. Здесь автосервис. Здесь тоже что-то добывают. Вот одна из пещер. А вот это что? Какая-то запретная зона. Да, также у нас есть мост. Вот какой-то мостик. Вот, и можно вот так вот. Давай расставим. Технику. Кстати, у нас есть еще я и машинка. Есть вот такая вот машина. Давай, я вот такая бус. По зоне. Спортивная. То есть у нас мы еще взяли с тобой вот куча машин у нас. Смотри-ка. Опс. Куча еще машин мы с собой Леши взяли. Вот. А сюда все ехала в зону. Будем, давай, может... Смотри, куда машина. Ты, мы давай с тобой расставим сначала спецтехнику, да? Расставляй. Куда что? Вот у тебя там в запретной зоне пусть стоит погрузчик, да? Да. Да. Потом вот тут вот погрузчик. Давай вот сюда вот погрузчик будет. Вот тут у нас нет, один. Вот тут. Вот тут, да. Потом давай две легковые машины, они стоят возле автосервиса. Две. Вот тут на мостике стоит джип. Бульдозер где? Бульдозер вот тут, вот. Еще один маленький бульдозер, давай, вот тут, вот работает. Что еще? Машины могут ездить по дорогам. А не по зонам.
Так, что у нас еще есть? Давай в запретную зону туда одного погрузчика. Зачем? Вот здесь и здесь вот одного. Вот так. Пап, ну так вот. Пап, мы... Что? Машина заехала в зону. В зону, да. И мы вот так вот можем играть. А тут закрыто, и погрузчик ее не пускает. Да, вот такой вот у нас... Тебе нравится такой вообще игровой коврик? Да, мне нравится погрузчик. Погрузчик. Потом смотри, что еще возможно. Если ты наигрался вот на этой карте, да? Вот ты наигрался, то что можно сделать? Можно... Убираем все машины. Убираю, убираю, убираю. И... Меняем коврик другой стороной. И у нас здесь уже другая карта совсем. Только тут и есть. Здесь железная дорога, да? А где тут дорога? Вот есть аэропорт, смотри. Ага. Потом вот железная дорога, вот ферма какая-то. Вот это похоже на пожарную станцию, да, наверное? Тут же есть автосервис, тут же есть полиция. То есть, вот, вот, кстати, заправка. Давай, ставим две машины на заправку, пусть заправляются. Вот. Погрузчик пригодится на ферме. Полиция у нас будет вот джип, потом пожарная машина, я не знаю, пожарная красная, нет, вот давай вот это вот у нас будет пожарник, а вот синенькая вот такая будет у нас вот тут вот. А это кто? Красный. Красная, там есть красная, она будет как пожарник. Вот, потом у нас вертолетика мы с тобой не взяли, это будет пожарная машина. Ну просто. Вот мы поставим одну машину в автосервис. Вот, вертолета у нас нету. Вот, кстати, вот это вот, наверное, станция дорожная. Какая станция? Ну, дорожная станция. На поезда? Ну да, да. Где на поезд можно садиться. Вот тут вот находится мостик. Не поезд. Пусть машина вот тут возле мостика, машина будет проезжать, да. Ну, видишь, как выходит? То есть у тебя две карты большие, на которых можно ездить, да? А давай машину сюда запустим. Как? Ну, машина вообще не может ездить по рельсам. Может. Может, да? Да. Это же не про... Это же не настоящий рельс, а про... Это же коврик с рельсом. Ну что, Лёш? Вот такая у нас есть развивающийся коврик, даже это не развивающийся коврик, а игровой коврик для мальчиков, где у нас две карты, где у нас карта для спецтехники и карта железной дороги. Вообще тебе понравился этот коврик? Да. То есть на нем можно классно провести время и поиграть своими любимыми машинками и спецтехникой. Какая вообще карта тебе больше понравилась? Там, где спецтехника или там, где поезд? Я понравилась поезд. Вот это, где железная дорога? Да. Или две понравилось? Я это и вот это. Вот, видишь? То есть ты поиграл на одной, тебе надоело, ты перевернул и играешь на другой своими машинками, да? Ну вот, замечательно. Смотрите наше следующее видео. Спасибо, что вы посмотрели это. Поставьте обязательно. Что поставить? Палец вверх. Палец вверх поставить. Ну и мы прощаемся. Всем пока. Поставьте лайк. Всем пока.